Ну и еще раз, когда мы все здесь на сцене, хотелось бы поблагодарить наших тренеров и педагогов. Педагог по хореографии Карелина Екатерина Павловна. Екатерина Павловна, вам подарок. Тренер младшей группы Rockers Kids Путина Алиса Сергеевна. Вот она. Подарок ей дали. Тренер старшей группы Rockers Лысенкова Виктория Александровна. Ну и еще последние две секундочки фотографии. Спасибо всем огромное, что вы пришли сегодня на наш концерт. Приглашаем вас на следующий наш концерт 14 декабря в ДК «Приморские зори». Будем очень-очень-очень вам рады. Спасибо всем, дорогие наши. Вам спасибо. Екатерина Павловна у нас хочет сказать. Да, здравствуйте еще раз. Всем добрый вечер. Очень приятно, что именно хит-шоу Катерина Николаевна, непосредственный основатель этого данного проекта, впервые в городе, в нашем Тольятти. Я считаю, что они действительно справились с такой, ну, непростой задачей, согласитесь. Девчонки, которые действительно сегодня весь вечер просто зажигали, у меня мурашки по коже. Давайте мы им еще раз поаплодируем. Спасибо вам всем. Спасибо за этот вечер. И действительно, вот то, что мы все сегодня собрались, это как одна вся наша семья. Согласитесь? Да. Поздравляю всех впервые с этим уникальным проектом нашего города. Ура! От лица Родительского комитета мы хотим еще раз поблагодарить Екатерину Николаевну. Большое вам спасибо за наших деток. Мы желаем вам больших успехов. Правда? Да! Да! Желаем вам больших концертов, отличной благодарной публики и много-много-много-много радости от того, что вы делаете. Спасибо вам большое.